Это сумах аленарогий, или называют уксусное дерево. Очень отличный медонос. Сейчас 7 утра, подходишь к нему, а тут аж жужжит, пчел немерено. Сейчас 15 июня, видать, самый разгар цветения. Еще называют это дерево оленьи рога. Вот оно вообще происходит из Америки. Еще вот такие вот соцветия. Это с этого года. И вот такие вот прошлогодние, темные. Еще с него получают кавказцы какие-то приправы к мясу. А у нас оно как декоративное. Если листьев вот этих нету, то оно явно похоже на оленьи рога. Но вообще, как бы, снимаю о том, что отличный медонос.